Тоже очень люблю. Мне какой-то чувак на УИКС раз в неделю постоянно пишет, чтобы купить мои кроссовки за 200 гривен, которые стоят 400. И он постоянно меня уговаривает, давай я куплю у вас, я вам флешки какие-то отошлю или что-то еще такое подобное. Человек не понимает, что я не буду продавать их за 200 гривен. Или в Киеве, или в Одессе. Но в Одессе самое крутое. Там огромнейший фалафель. Его нельзя съесть. Почти нельзя. Что ты сделал с ним? Съел. Мы с Володей, когда ездили в Одессу этим летом, то мы брали чечевичный суп и один фалафель на двоих. И там вот был такой фалафель, как нам сейчас вынесут один. Половин такой был. Okay.
Шторм, как уже. Запись на подделку. Он капает. Чай есть? Да. Почем? На 5. Можно 2 чая, пожалуйста? Один черный, один зеленый. 10. Из твоей бабки. Только не рассы. Где раскопанный макиот? Таким пьяным, таким алкашистым голосом. Где раскопанный макиот? Тут дед на турнике висит, я думаю, чего так белье интересно шатается, а это чувак просто висит. А другой дед и говорит, ну взломай. Есть такой типаж друзей или знакомых, которые при встрече говорят всякую фигню. И ты просто идешь и говоришь, вот смотри, сейчас он что-то скажет. Он такой, ого, не узнал, типа, богатым будешь, или что-то такое наподобное. Втыкали закат. Зато фалафель вкусный был. Эти утеплители так уродуют их архитектуру старых домов. Мне лучше, кого я не люблю.
Она смотрела. Так.